Ребята, привет, здрасте. Краткий обзор сегодня моей вчерашней добычи. В общем, всех тех, кто за меня волнуется, я жив-здоров, в общем, все нормально. Просто из-за работы не могу в эфир выходить, поэтому сегодня небольшой такой обзорчик. Кстати, вот здесь на Инстаграме вы можете тоже увидеть, вчера я успел уже похвастаться вот этим. Это моя вчерашняя добыча. В общем, у моего друга столярка была... Вернее, у его деда, который умер в 70-м году. И, в общем, с тех пор это все стояло. Никто это даже... Не то, что не заходил, в общем, никто даже не смотрел на это. А тут как крыша завалилась в столярке, пришлось сносить ее. Ну, а этот инструмент друг решил мне подогнать, так сказать. Благо, он знает, чем я занимаюсь и чем я болею. Поэтому он меня позвал. Ну, в общем, так оказался этот инструмент у меня. Не волнуйтесь, еще будут пара обзоров. В общем, в деталях я еще каждый инструмент тут вам покажу. Разъясню, что это такое. Вот, кстати, на первый взгляд самодельный станок токарный. Но это, хочу уверить, вот заводской станок. В общем, производились раньше такие. Целая куча сверел, буравы. Вот здесь особенно огромный такой бурав. Ну, это еще не самый большой, у меня уже в коллекции есть побольше. Порядка 50 рубанков. Ну, конечно, они в состоянии таком плачевном. Стоит, конечно, поработать. Жук серьезно поработал над ними. В общем, это все исправим и доведем до ума. Колевок целая куча. В основном такой специфический инструмент, в общем, для... Не чисто мебельной столярки, но и для такой плотницкой, в общем. Здесь куча стамесок, стружки, вот такой нож интересный, хороший. Здесь также. Здесь вот чисто машинный какой-то. Это для кройтшпроссенштанцы, которую я вам уже показывал. Можете даже посмотреть на моих фильмах. В общем, целое огромное количество сверел. Вот такие вот стружки тоже. Очень большая куча инструментов. В общем, этот бокс полный был с горкой. Тут еще пилы. Ну, пилы, в общем, это уже более-менее утиль. Посмотрим, что еще можно с этого применить, так как пару заводских пил есть. Их стоит сохранить. Ну, а так, в общем, на этом пока. Обзоры еще последуют после того, как я это все зачищу, помою, аккуратный вид приведу. В общем, потом вам все расскажу. Надеюсь, понравился мой такой предварительный обзор. В общем, еще раз, со мной все в порядке, просто работы много. Сейчас я утром тут встал, 7 часов утра. Думаю, быстро сниму, пока месть на работу не уехал. Друзья, на этом пока, до новых встреч.